Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2. Так, в прошлой серии мы с вами попали в пустоши. В пустоши мы выполнили, так сказать, миссии нашей новой подруги. Так, а теперь нам нужно садиться в тачку и возвращаться по сюжетной миссии. Блин, я не знаю, типа... Ладно, пускай будет. Но она очень херовая, на самом деле, вот стреляет, да, по врагам. Она вообще их не дамажит, считай. Ну вот, посмотрите. Это урон? Типа, такое себе. Так, по карте, что мы еще не изучили? Вот эту площадь стоять. Что... А что это за площадь? Что это у нас за площадь? Это где-то там наверху, что ли? Это тут. Как мне попасть туда? Через верх? Ну, да, как-то так. Нужно полностью карту открыть и будем выезжать отсюда. Так, 4 этих дадут, ништяк. Давайте с другой стороны, на объезд. Там какая-то прямая дорога, там что-то есть, походу. Ага. Ну так, да, задумали. Хорошо, поехали тогда в ту сторону. Ну, стрелочки, смотрите, показывают мне туда. Сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда, поворачивай, говорят. Тихо. Но в основном эти стрелочки показывают какой-то пасхалки, либо типа того. Привет. Мое. А, я понимаю, что он бы это взорвал, да, к чертям? Поехав я по мосту. Ну, го, поедем. Нет, нифига. Ну, у меня были ожидания. У меня были ожидания. Короче, базуку одну будем оставлять, чтобы на всякий случай на таких, типа, мощных боссов. Если вдруг они будут в игре. Именно массивные, сложные. Ни хера, не давит, слабо, это жопа. И караванг, да, или как мы его тогда упустили, в прошлой серии был. Блин, выглядит классная пушка. У нас, в принципе, такая же, только пистолет, взрывные патроны, которые... Ну что, готовы? Громко. Похоже, это свои. Открывай ворота, а я пока свяжусь с Гиперионом. Посигналь и впущу. Нас обманули, убейте их! Ва! Ни хрена себе ты выносишь! Ты чё такой дикий?
Ну ладно, они хотя бы рикошетят, а то... Так, а хотя бы кого-то поубивать можно. Ни хрена! Целых 4 штуки! У меня уже 15. Это чужак! Хватай его, жуткая пасть! А здесь, если что, у нас отсылочка. Жуткая пасть. И его веселые недомерки. Ой, а чё ты такой быстрый? Смотрите. В чём фигня? Если мы чисто его сейчас убьем, да, не мелких, у нас там будет отсылочка к... Здесь я их не убил? Нет. А, их постоять, их же развязать можно. Сейчас сделаем. Нет, не могу. Сейчас, ребята, подождите. Короче, к чему ссылка? Давайте так. Били. Ой, как будто я поджег. Да я не хотел вас поджигать, ребят. Нет. Не с тобой. Но ты хочу. Эй, слышь? Не так задумано было. Я обгоняю тебя. Ой, тихо. Не, я понимаю, я могу легко убить, но я хочу вам посылку показать. Тихо. Я же... Нет! Нет! Ладно, уже не покажу. Я просто обычный парень. Блять. Мучился. Сколько я промучился, чтобы вам показать пасхалку. Круто. Круто, пасхалка, крутая пасхалка. Дили-вили-били, извините. Если чё. Так, а теперь посмотреть, что мне там выпало. Мне выпало что-то годное, по идее. Снайперка. А, патронов меньше. Но убойность получше будет. Хаммерлок. А, Хайперион. А ну это Джекобс. А ну. Ой, у нее расшатка же сильная. Нафиг надо. Нафиг оно мне надо. По дробовику. Это же дробовик тоже. Меньше урон, хорошо. Длительность навыка, так, это не для меня. Угу. А у нас там что по гранате? 6 взрывов. Но задержка. Патроны нужны теперь для пистолета мне.
Крепость кровомесцев. Так, вспоминай это место, Шимики. Ну, а сейчас патроны закупим. Отлично. Роланд должен быть где-то здесь. Уверена, ты сможешь за себя постоять, но вот Роланд... Позаботься о том, чтобы с ним ничего не случилось. Хороший пролог. Да с чего ты решила, что Роланд не сможет защитить тебя? Подожди, так у нас тут нету револьвера, а пистолета, да? Нужно было тогда тот пистолет брать. Черт, ладно. Ладно, ладно, уши. Нафиг надо. Опасность. Я опасность чую издалека. Лучше не рисковать в таких моментах. Слушай, Гиперион, я же немного прошу за Роланда. Всего 1 000 000 баксов. Всего лишь. Это что, работай? Ты разберешься с кровомесами? Они выслеживают Роланда с тех самых пор, как он вышвырнул их из убежища. Я должна была это предвидеть. Еще и редей. Уже красиво получается. Ладно. Дорогой Роланд, я не мог не заметить, что у кровомесов, с которыми ты сражаешься, весьма внушительный арсенал. Тебе бы тоже не мешало вооружить своих ребят чем-нибудь помощнее. А в моем магазине как раз полно качественного оружия. С моими стволами. В этих кровомесах... Да, игры снайперов. Уже 300 убитых. Воу-воу-воу. Автоматическая турель готова к стрельбе. Нормально у тебя что-то, а? Бам. Да вы надоели. Сколько вас? Как же вы бесите. Вот как мне... Только, ну, по сути, его только по ногам стрелять. Я из тебя плащ сошью. Чё? Жестко, жестко, жестко. Патроны нужны. О. Это я знаю место. Я знаю, на что здесь будет отсылочка. Это очень классная пасхалочка. Просто... Если не одна... Нет, это одна из лучших. Я хотел сказать, что это лучшая пасхалка. Но это одна из... Ну, потому что есть еще одна прикольная пасхалка. Именно с этой игры. Чик-чик, с основной. А... Что за баги, боже? Игра.
какого-то года. Ну, типа, сколько ей уже лет, по сути, когда она вышла. А починить что, не могли? Так, мне патроны теперь на снайперку. Но... Красиво выглядит. Снова же, что такое с тобой? Приятель. Красавица моя, поздоровай меня. Боже мой! Я хотел туда сесть, алло, алло. Давай, 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 давай. Готов к новым подвигам. Да, 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 готов, готов. Да ё-моё, вы надоели. Блять, паук ползет. Грохнуть что ли, да? Блять, паук. Нихера мне куда закинул. А, нормально, сейчас патронами закупимся. Сегодня идеальный денек для шахты. Никто не отрицает. И заново херячить, херячить вперед. Хотя мы не так далеко, по сути, бежали. Суть такова, что вся эта игра всего лишь ложь. Главное, чтобы заново этих бандюк не было. Мы скоро апнемся. Еще есть тоже полезная новость. Даже кислота, видите, его не берет, потому что он в броне шопа какой. А не, все-таки взяла его. Броня. Так, 17 уже штук. Дорогие кровомесы, я не мог не заметить, что у алых налетчиков, с которыми вы сражаетесь, весьма внушительный арсенал. Вам бы тоже не мешало вооружиться чем-нибудь помощнее. А в моем магазине как раз полно качественного оружия. Своими стволами вы этих алых налетчиков в два счета завалите. Так, подожди, ты что-то уже говорил, разве нет? Он же говорил это уже. Я ж находил такую же. В другой комнате. Походу, он просто всем ее раскидывает, знаете, типа алым налетчиком. Ну, а, хотя бы сохранились. Уже радует. Ты только посмотри на этих кровомесов. Тебе не кажется, что без этих подонков на Пандоре будет только лучше? Именно это я и хочу сделать. Очистить планету. И если для этого мне нужно убивать таких, как ты, кровомесов, и эти идиоты на... Яркий свет!
И что это за фигня? Там уже их гиганты. Пожалуйста, ко мне не прыгай. О, не та пушка. Все, давай обратно. Я умираю. Пипец, вот о чем я и говорю, типа очень сложно. Что за баги, боже мой. Сделать нормальную игру нужно было. О, унитаз. Как же метко нужно стрелять, там тупец. Идиот. А почему мы не сдохли? О. Все. Молод. Вот это он мне один раз попал со своей пушки-базуки, типа. Да, они оттуда вышли, значит, все правильно. Я чуть не подох. А где он? А, он не-то с той стороны. Пасхалочка, да? Поехали. И. Что мне делать? Я не могу залезть. Почему стрелочка вниз показывает? Кровомесы! Налетчики Роланда рвут нас на части. У них слишком крутые пушки. Но я придумал, как решить эту проблему. Возьмите себя в руки и перестаньте дохнуть пачками. И не надо предлагать нам купить оружие у этого Маркуса. Он живет в убежище, значит он такая же двухличная пафосная гнида, как этот Роланд и его налетчики. А я думал, типа мне показалось, что мы одно и то же находим. Оказывается, нет. Это просто они рекламу у него взяли. Черт возьми, Гиперион! Я угробил половину своих людей, чтобы поймать самого опасного преступника на повторе. Давай, давай! Позволь, чтобы он перенял! Уже 50 тысяч! О, попал. Ты должен был умереть. So cool. Ха, как будто я не вижу, что там годный сундук. Очень годный.
Ребят, не вылазьте. Вы видите, вы ложитесь все равно. Мне у Роланда нужно спасти. А для этого мне хотя бы место нужно в рюкзаке иметь. Ой, мне уже на снайперку патроны нужны. На пуся. Что-то мы дальше и дальше ходим. Просто уходи! Турель готова к бою! Поехала. А как мне попасть быстрее туда? Иридий. Ну что, давайте тогда в этот назад сбегаем. Самый назад. Что там? Бля, а другого выбора у нас нету, в принципе. Ну я возьму типа пистолет, чтобы быстрее бежать. Побежали. Потому что вещей валяется очень много. Я не могу их оставлять здесь. Конечно, да, вот это возвращаться, потом хер знает сколько. Угу. Ладно, вернемся, не проблема. Тут уже немного осталось. Баги, баги, так, еще там ящик стоит. Фух. Фух-фух-фух. Да, наверное, рюкзак лучше. Чтоб такой херни не было. Я мог плюс-минус продавать просто то, что очень плохо продаваться было. Хотя, блин, я не знаю насчет тоже вот. Надеюсь, тебе все прививки сделали. Нет. Давайте, блин, я не знаю. Типа, давайте по оружию смотреть. Но огненный у меня есть. Взрывной у меня тоже есть, это бомбы. Это улучшитель, да? Нет, это сама граната такая. Ты при смерти? Это поправимо. Чит-чит-чит, побежали. Хотя, мне кажется, здесь было бы сокращение какого-то пути. Я сейчас просто трачу много времени. Сейчас заново еще залазить наверх. Давайте сразу так подумаем. Где могло быть сокращение пути? По идее, вот там, где у нас нарисовано что-то, видите, где черненьким закрашено. Ну, это может быть и вниз к спуск с пасхалки. Мне уж уже попали сидеть. Может быть, где-то именно здесь было в комнате, вот, допустим, тут где-то вон. Где тут подъем. Скорее всего, там было сокращение пути. До Роланда еще до самого добежать надо. Давайте через водичку. Если упал бы, я, наверное, умер. Так, 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 так. Подъемчик наверх. Там у нас ничего. А, тип, проход там. Ну, осталось немного уже все. Да, вот это я сделал крюки. Вот интересно, что здесь было. Смотрите. Намного лучше, чем мой.
Видите, как хорошо. Нифига себе. Так у него и урон, посмотрите какой. Тут 50, как у моей снайперки. Я шел по снайперке. Так, ну патроны, ну это понятно. Нет, 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 нет. Я не жалею то, что я сбегал. Сейчас все равно насобираем барахла снова же. Вот еще туалет. Электрическое оружие. Вот электрическое оружие мы оставим. Вот это да, оно. Патроны, электр, больше урона, меткость берем. Это же дробовик. Да, дробовик. Будем теперь с ним бегать. Ух, вот это я сейчас чуть. Вот это я забыл, что здесь вражины. Я уже дальше побежал. Сломя голову. Что, давайте попробуем наш пистолет. Или нафиг надо, лучше проверенным способом в голову стрельнуть. Ладно, я понял, пистолет не очень такой уж мощный. Воу-воу-воу. Раз. Два. А, нет, до того долетели. Бум, шоколака. А для до этого что-то почему-то не долетело. Так это же снайперка у нас новая, да? Седой коротышка. Или следователь коротышка. Я вижу, вот он. Я через стены вижу, у меня ВХ, ребят. Пожалуйста, не баньте. Пожалуйста, не баньте, у меня только выхам. Так, здесь наверху ящик хороший. Ага. Вот так, да? Хорошо. Вот и все. Снайперка такое, такое. Пока бежим, перезаряжаемся. Ну, электрическое оружие я... Дайте этому шлакососу освободить Роланда. Если он уйдет, плакали наши денежки. Большой такой стильный храм,
он будет и дальше давать нам пушки! Еще больше пушек! Еще больше пушек! Еще! Походу, челик немного кукушкой поехал. Так, еще один вижу хороший сундук. Огромный ящик хороший я вижу. Искатель хранилища, я так рад тебя видеть. Ты здорово валишь кровомесов. Одну секунду. Роланд. В роли командира алых налетчиков. Ну вот. И все. Теперь давай выбираться отсюда. Сзади. Искатель! Останови эту хрень! Ворота откроешь? Да! Ворота. Да! Отпусти меня! Вот так, красавчик, Джек платит выкуп. Обнаружен бандит. Солдат! Сюда! Извини, Роланд. У нас уже время. Ладно. Сейчас соберем. 5 секунд. Так, кстати, я... Нет, не поменял, хорошо. Мне нужно щит поменять. Он автоматом поменялся, да? Отлично. Я сейчас все открыл, да? Все эти тюремные. Ага. Я все пооткрывал. Интересно, а если бы я Роланда так освободил? Или оно бы не защищено было? Ну что, здесь все поумирали? Туда я, понятное дело, зайду. Здесь у нас выбито. Такая комната. Давай смотреть, что здесь у нас. Какая малышка. Это ж е-мое. Так, слышал, сокращение пути все равно как-то. У них глазницу нужно, кажется, стрелять только. Да? Провожу ремонт. Новый уровень. Короче, ребят, видно, что здесь чертовщина происходит. Поэтому я предлагаю на этом закончить. Да, там убежим в тихое место. Главное, что... О, все, здесь сохранилось, да? Надеюсь, что я здесь и появлюсь. Потому что у меня сейчас места уже нету на следующую серию. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.